Я думаю, что реформа Российской Академии Наук, которая предлагается, в принципе, неплохая. Главное, она имеет целью поставить под контроль больше государства ту собственность, которую управляют уже давно не ученые, а так называемые минагеры, как называют в народе людей, которые претендуют на то, что они эффективные менеджеры. Я думаю, что при этом, в принципе, неплохо ориентированная наука, реформа Российской Академии Наук, при этом была проведена с ошибкой, без обсуждения. Такого рода радикальные вещи должны проходить через предварительное широкое общественное обсуждение. Кроме того, эта реформа, имея главную суть позитивную, тем не менее, была плохо проработана, и некоторые допустили, что были грубые ошибки, которые в последний момент исправлены были благодаря академикам. В частности, предполагалось ликвидировать академию и на ее месте создать новую. Это просто глупость, поскольку наша академия является членом огромного количества международных проектов в качестве этого юридического лица. Кроме всего прочего, я думаю, что в науке должно быть больше власти у ученых и меньше власти у менеджеров и экономистов. А бизнесмены должны быть не в науке, а рядом с ней.